Искра погасла. В Архангельске сносят здание старого кинотеатра. Он был построен 52 года назад. В 80-х и 90-х там проходили дискотеки для молодежи, а в последние годы помещение, выкупленное частником, стояло почти бесхозным. Что происходит на площадке сейчас и чего ждать горожанам, расскажет Михаил Меньшенин. Впервые за долгое время около кинотеатра «Искра» снова шумно. Только не из-за гула очереди за билетами. Сейчас здесь работает строительная техника. Здание 67-го года постройки за последние десятилетия превратилось в аварийные и окончательно отдано под снос. Сносить «Искру» начали с левого угла, там, где раньше располагались кассы. Рабочие говорят, что полный демонтаж здания у них займет не больше 2 дней. Поэтому о старом кинотеатре уже послезавтра здесь будут напоминать только разбросанные вдоль всего забора фиолетовые билеты. Затем, как уходит эпоха в культурной жизни Архангельска, с ностальгией наблюдают прохожие. Да, театр моего детства. Я не знаю, чего чувствую. Но я всю жизнь помнила, что кинотеатр «Искра» – это такое знаковое место для города. Во всяком случае, если скажешь «кинотеатр «Искра», все знают Архангелогородцы, где это находится. Раньше ездил на фильмы, с ребенком ездил частенько. Ну и дискотека 80-х, 90-х. Снос кинотеатра многие горожане восприняли без энтузиазма. В соцсетях до сих пор появляются комментарии, в которых люди предлагают варианты использования старого здания. Могли бы использовать здание как дом культуры, как луч. Организовать там хор, спортзал, танцевальный зал, кружки. Проводить там дополнительные занятия с детьми. Ведь рядом школа. Жаль, что нам этого не нужно. Могли бы, но «Искра» была продана муниципалитетом еще в 2007 году. И уже новый частный собственник его вновь выставил на продажу. Прошлым летом здание приобрел холдинг «Аквилон Инвест». Обследование показало, объект аварийный, представляет угрозу и поэтому подлежит разборке. По мнению специалистов, исторической ценности здание бывшего кинотеатра не представляет. Это просто типовой проект. Уже в 90-е годы он был частной собственностью. И последние 10-12 лет, если не больше, он просто закрыт. В «Аквилон Инвесте» заверили, торгового центра на месте «Искры» точно не будет. И главное, при новом строительстве не будет затронута территория сквера, а детскую площадку обновят и оставят общедоступной. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, «Регион 29».